Стрельцы, я вас приветствую. Те, кто смотрит в декабре, с наступающим Новым годом вас. Те, кто смотрит уже в январе, с наступившим Новым годом. Счастья вам, всех благ, любви, радости, денег, работы хорошей, той, которую вы хотите, которая будет вас радовать. В общем, всего-всего-всего. Мы сейчас посмотрим прогноз на январь, что ждет. И будет новая колода на совет. Отпишитесь потом обязательно в комментариях, насколько вам она понравилась, использовать ли ее дальше. Ну и по традиции, кому не нравится смотреть раскладку карт, переходите на промокод в описании. Кто хочет настроиться с каждой картой, оставайтесь, посылайте свою энергию. Итак, общая энергия месяца. Далее работа. Финансы, социум и любовь, отношения. Так, давайте смотреть. Знаете, здесь вы за стабильность, за то, что у вас есть. В чем-то даже, я бы сказала, цените и понимаете то, что у вас есть. И это не про бег за какой-то мечтой, да, а вот здесь и сейчас, возможно, действительно уже такого более старшего возраста стрельцы смотрят, когда научились ценить вот то прекрасное, то, что есть в руках. Мы сейчас посмотрим, что там будет наиболее проявлено в работе. Так, ну смотрите, в работе есть вероятность... Ну, давайте так, переработать, да, где будут, допустим, дополнительные возможности, какие-то варианты вам будут предложены. Или же, знаете, особо вас никто спрашивать не будет, просто перед фактом поставят, типа, вот, пожалуйста, да, надо. И здесь уже от вас зависит, насколько вы сможете отстоять свои какие-то вот эти границы. Но, как правило, скорее всего, вы все-таки помчитесь вот... То, что надо больше, быстрее, сильнее, да. Ну, здесь понятно почему. Те, кто находится в поиске работы, здесь месяц будет такой, знаете, то пусто, то густо. Здесь или много собеседований, ходите на интервью, то вообще полное затишье, да, такое, ну, знаете, может, как волнообразное такое, горками, допустим, одна неделя очень богатая, да, на встречу, другая прям совсем провальная. И я бы не сказала, что здесь прям действительно велика вероятность того, что вы найдете работу, которую хотите и ищете. Но могут приходить такие варианты, где вы будете понимать, что от вас требуется намного больше, чем вы можете дать. А возможно, действительно, очень много сил вложений, ну, вашего вот человеческого ресурса, а выхлоп там не особо прекрасный. Да? То есть можете, допустим, устроиться куда-то быстренько на работу и вот за там пару недель понять, что ой, нет, это мне не подходит, да, я в это точно не соглашаюсь. Вот такой вариант. Если вы частный предприниматель, занимаетесь своим бизнесом, да, здесь, опять же, велика вероятность того, что ударитесь в работу, будете искать какие-то возможности, варианты, возможно, новые проекты, возможно, какие-то действительно, знаете, как, ну, у кого сезонный бизнес, это много заказов, и вот сейчас нужно быстрее там все сделать, отгрузить и так далее. Вот такой период, скажем так, вас ждет. Финансы. Ну, давайте так, все хорошо. В том плане, что вы действительно умеете управлять своими финансами, вы действительно знаете, как их заработать, откуда их достать, как им управлять, что самое важное, да, то есть это не транжирство какое-то и так далее. Здесь я бы сказала, это сильное понимание того, что, ну, условно, я взяла этого быка за рога, да, и у меня здесь все прекрасно получается. Если вы сейчас смотрите и говорите, да какие там прекрасные, у меня тут еле-еле концы с концами, да, здесь вам говорится о том, что у вас есть действительно силы на то, чтобы справиться с этими трудностями, которые у вас возникают финансового плана именно. Здесь просто вам нужно действительно применить какую-то дисциплину, применить свои лучшие качества, да, позитивные качества, которые, на которые вы действительно можете опираться и разрешить те проблемы, которые у вас возникли. Так, социум, посмотрим, что там.
Так, ну, социум – это наше окружение, друзья, родственники, коллеги, просто какие-то мимопроходящие люди, которые так или иначе как-то соприкасаются с нами. И здесь в январе, уж простите меня, скорпионы, да, но здесь, ой, скорпионы, боже мой, стрельцы, здесь больше про то, что вам хочется ввязаться во все вот происходящие вокруг, давайте назову в кавычках, интересности, да, где вы считаете, что без вас не обойдутся, где вы считаете, что ваша помощь вот прям очень сильно нужна, где, опять же, вы, допустим, можете свой опыт, да, а вот я могу вот так вот, и я тебе сейчас научу, там расскажу, а ты вообще там дурак, сиди и слушай меня, да, я вот прекрасно знаю все. А вот такие могут быть варианты. Здесь вам, знаете, как... совет, наверное, все-таки, да, я вам передам про то, что не пытайтесь быть в каждой бочке затычкой, и если к вам не приходит человек с запросом, не нужно его, ну как, принудительно пытаться сделать ему благо, да, как-то там помочь, вылечить, что-то там сделать, да, вот не надо, вам же будет потом хуже, да, может быть, даже спасибо не скажут, ну потому что, ну, я же не просил, да, а что ты лезешь, вот что-то типа такого. Поэтому будьте осторожны. Ну и давайте смотреть. Любовь и отношения. Ух ты. Так, ну смотрите, те, кто в паре, сначала расскажу, потом для свободных. В паре придет вот такое, знаете, месяц. Он будет таким, что нам настолько хорошо вместе, что нам больше ничего не надо. Да? Вот эти эмоции, которые мы испытываем, это про действительно понимание того, что прям все здорово, прекрасно. Это именно то, что я искала. Если вы сейчас скажете, ой, да что ты такое говоришь, да, у нас там вообще мы как на пороховой бочке каждый день неизвестно что, здесь, знаете, тогда вам как совет относитесь более легко ко всему. То есть, возможно, вы действительно пытаетесь как-то, ну, может быть, контролировать партнера, может быть, как-то держать все под своим вот... ну, контролем, да, во всем все знать, во всем, как, опять же, сунуть нос, да, и так далее. Здесь, может быть, да, вот если мы будем такую поверхностную трактовку смотреть про какую-то связь на стороне, да, но я бы на самом деле в этом особо не заострялась. Так, свободные стрельцы. Двоякое такое, знаете, у меня ощущение. Или это про то, что мне так хорошо и самому по себе, да, что никто и не нужен, да. Или же вот те, кто вокруг меня, кто дает мне какие-то там эмоции, да, то это просто что-то такое, ну, вот повеселимся, отдохнем, проведем прекрасное время, сходим на свидание, может быть, куда-то съездим и так далее, да. То есть большего чего-то прям вот, знаете, как душа не будет желать. То есть если мы говорим про то, что прям ходить в серьезные, хорошие такие базовые отношения, вот пока точно нет. Январь – это у вас про... мне хочется наполниться, мне хочется прекрасно провести время, кто мне может это предложить? Ну, вот что-то типа такого, знаете. И здесь действительно, опять же, если мы будем смотреть поверхностную трактовку, вам могут предложить какой-то там тройственный союз, да, где вы будете не в статусе первого человека, да, а вот той отдушины, да, которая даст вот эти вот эмоции какие-то прекрасные, замечательные. Но здесь решать вам, хотите вы в это входить или нет. Итак, стрельцы, совет вам от ангелов, хранителей. Это новая колода, подаренная. И давайте посмотрим, насколько, скажем так, попадет. Ага. Ну, смотрите, мы расскажем о воле Всевышнего. Когда общение с нами войдет у тебя в привычку, каждая твоя мысль и каждый твой поступок будут гармонировать с волей Всевышнего. Здесь, смотрите, кто верит в Бога, да, общайтесь почаще со своими ангелами, обращайтесь к Богу. А кто не верит вообще в это во все, здесь больше про то, что
обращайтесь вовнутрь себя. Возможно, вы верите в принципе в какие-то силы Вселенной, там, мироздания и так далее, да, не религиозного плана. Тогда обращайтесь именно к этим силам, в тех, в которые вы верите, и общайтесь, разговаривайте. И опять же, через вот это вот общение вам придет вот это вот внутреннее понимание, которое прям вот будет вас вести, да. Ну что, стрельцы, счастья вам, опять же, удачи, прекрасного месяца и года вообще, в принципе. С вас лайки, комментарии, подписки. И до новых встреч. Пока-пока.